то время, когда начинались съемки фильма «Каменка, сердце, частичка моя», уже шел процесс над созданием фильма «Живая история Доброго Бора». И когда мы столкнулись с началом съемок фильма «Каменка, сердце, частичка моя», был такой вопрос: кто же будет оператором нашего фильма? Или же это будет Виталий Панасенья, или это будет другой человек? Ну, из-за того, что Виталий Панасенья был занят и не хватало времени для съемок, пришлось искать человека, который бывает в Каменке часто, довольно-таки часто. И было решено, что оператором фильма станет Татьяна Савчук.